Всех приветствую на канале, всем здравствуйте. У нас, девочки, утро. Утро у нас продуктивное. Саша чистит продукт наш домашний. Кабачок, в общем. Я уже здесь жарю вафли. Вафли у меня вот такие вот вкусные, сладенькие. Это у нас сладкие вафли, в общем, с яблоком, с рисовой мукой. А еще... Еще, в общем, сейчас я допеку сладенькие и хочу сделать с кабачком. Я уже здесь приготовила, натерла на терке кабачок, разбила 2 яйца, посолила, поперчила и буду добавлять кукурузную, так, кукурузная мука. А я думала, она у меня гороховая. Кстати, надо гороховый купить. Ну, пахнет она вроде ничего. Я думаю, что будет очень даже вкусненько. Вот. Что еще? Еще один. Что, хватит? В общем, ну, он хочет картошечки, чтобы я потушила с кабачком. Ну, хватит, а куда? Куда еще? Ну, так что здесь у меня немножко теста. Я вчера с вечера ребятишкам делала. Вот так у меня получается. Еще это все испечь надо. Ну, сладенькие со сгущенкой. А эти на завтрак, в общем, сделаем. Так что такое у нас, девочки, утро. На улице что, Саша, как погодка? Тепло. Тепло? Тепло, хорошо, значит. Слава богу. Так, ну вот. Вафельки у меня готовятся. Отлично. Отличные вафельки. С яблочками. Ну, в общем, разнообразие, девочки. Очень замечательно. Если есть вафельница, можно различные вафли выпекать. И сладкие, и не сладкие. Немножко, правда, у меня что-то подпригорело. Ну, в общем, здорово. Жариваются последние 2 вафельки. А здесь уже пора тесто делать. В общем, порезала зеленый лучок. Немножко мяса оставалось. Сейчас добавим немножко. Немножко муки. Тесто получилось, чтобы у нас густое. Так вот, сейчас хорошенечко перемешаю. Все перемешиваем. И замечательно получается. Можно с колбаской. Вариантов много, девочки. Каждый день разнообразные вафли. Вот, сейчас я хорошенько это все перемешаю. Надо будет, еще муки добавлю. В общем, на глазок. Здесь у меня уже такая вот вкуснятина получается. Казан приготовила, лук порезала. Кабачок с картошкой тушить. Саша любит. Так, ну и здесь у нас... Ух ты! Последние 2 вафельки готовы. Ну вот, здорово. Все с утра делаем. И отлично. Оба. И целая гора к чаю. Замечательно. Вот такое получается у нас тесто. Немножко совсем у меня было зеленого лучка. Я его добавила, можно побольше. Так, смазала хорошенечко маслицем. И делаем наши вафли. Кабачок отправляем. Полный казан сейчас натушим. И будет у нас отлично. Так, сейчас буду вытаскивать. Такие вот вафельки у меня тут получаются. Они очень будут вкусные. Я уже немножко так прям с краешку попробовала. Обалденные вафельки.
Красота и вкуснота, девочки. Сейчас еще пожарю яичницу, порежу огурчик. И будет у меня отличный вкусный завтрак. Вот такой у нас завтрак получается. Отличненький. Нормально. Давай, садись. Садись, говорит, так я пока не дожарю, я не сяду. Да ты ждешь. Я думала, он спит, а он завтрак ждет. Вилочку дай. Сейчас дам все. Картошка тушится с кабачком. И вот сейчас. Здесь уже. Не терпится скорее дожарить. Долгонько, конечно, по времени, если много. Здесь у меня целая такая вот кучечка получилась. Приятного аппетита. Спасибо. Ну что, как тебе вафли? Вкусные. Какие вкуснее? Все вкусные. А это вкусно, это вкусно. Ну что, чувствуется яблоко? Эти с яблочком. Все эти вот с горчичкой можно, с каким-то соусом. В общем, очень даже замечательно. Сейчас тоже дожариваю и позавтракаю. День такой солнечный. Уже замечательно. Я пошла сестру вафлями угостить. Воробушки сидят, чирикают. Пока еще ничего, дорога вроде. Я оделась, зашагнула и пошла. В общем, в валенках, конечно, хорошо, замечательно. Но скоро мы в валеночках-то не походим. Все. Здесь у нас еще вот такие снега. А на центральной улице там уже все. Снег черный, грязный. Уже лужицы такие стоят. Сегодня у нас что? Сегодня у нас, девочки, 26 или 27. Ой. Ну, понедельник, в общем, понедельник. Матвейку папа с утра в садик увез. Вот. Так что такие дела. Вон видно, что там черно дорога. Это еще утро у нас ободняет. И будет вообще замечательно, как начнет таять. Сосулечки растут. Сейчас в окошко смотрю, говорю, о, какие сосульки наросли. Вот, так что сейчас сестрицу пойду угощу вафлями. У нее есть вафельница, но она любит классические, а у меня, девочки, разнообразные. Тетя Аня, подарок. Спасибо тебе. У нее здесь такой вот таракан. У таракана усики. Еще она готовится к ярмарке. Вяжет таких вот всяких маленьких малышей. Такая вот корзиночка с собачкой. И здесь тоже вот еще такие. Что, вкусные вафли-то? А это кто делал? Ну, я делала. Вкусно хоть? А с Матвеем делали? Нет, Матвей в садике. Вот такая вот. Можно сказать, пасхальная. На Пасху яйцо, да? Так красиво. Спасибо. Домой иду, девчонки. Такая корзинка от сестры. Классная. Погода чудесная. И хорошее настроение. Вам тоже желаю хорошего настроения. Красота. Пойду. Евочка, наверное, уже проснулась. Собачку дам ей поиграть. А мы уже в дороге. В общем, едем. Надо на Озон заехать. Надо заехать мне в больницу платную. Вот дорога у нас, девочки, такая весенняя. Асфальт уже, ага, так хорошо. Хорошо, когда это все потекет, вот будет вообще прекрасно. И каждую кучку будешь собирать. Да. Дороги у нас тут, конечно, вообще ужас. И кочки будут, и грязь будет. Все. Сейчас, говорю, надо уже убирать обувь, валенки. Валенки надо убирать.
все, наверное. Все уже. Ну, дома, конечно, выходим. Тут до сестры ходила. Сегодня вот сходила, одела валеночки, пошла, что. Хорошо зашагнул и пошел. Ну, все, увы. Ура-ура, приходит весна. И, конечно же, нужны будут калошики. Замечательно. Погодка. Красота такая. Это пожарная едет. Едет пожарная куда-то. Не так, что... Забрала, девочки, вазочку. Еще тюльпаны заказывала, силиконовые, но они не пришли. Такая вот вазочка у меня будет. Сходила, девочки, вот в медицинский центр по анализам. В общем, записалась к маммологу и к лору. К бесплатному лору идти не хочется, потому что сестра тут ходила. Сегодня разговаривали. Ходила с дочкой. Ну, в общем, не особо все это. Вот, так что записалась, буду. Буду, в общем, ждать. Позвонят, сказали, очередь, конечно. Здесь вот тоже можно любые анализы сдать. В общем, за наши деньги все, девочки. Так что вот так вот. Обязательно надо заправиться, девочки. Заехали на одну заправку, она закрыта. А поехали на другую. Вот, а потом уже заедем уж в магазинчик. Смотрю, ты шапочку сняла, ага. Пригревает? Саша. Да, уже хорошо становится. Здесь вон дорогу смотришь, вообще развезло. Дорога грязненькая. Вон уже кочки, канавы. Канава на канаве. Сделали мост, мостик-то у нас здесь. Река и сеть, мост Илинский его. Чинили нынче, ремонтировали. Ну, вроде отремонтировали. Хотя нет, подожди, здесь смотри. Там половина, смотри. Ну. Не доделали, в общем. Не доделки. Скорее бы лето. Ягоды, грибы, да? Ну, ягоды вначале. Земляничка пойдет. Может, нынче получится, удастся по земляничку сходить. Раньше каждый год ходили по землянику и собирали. А в прошлом году что мы? В прошлом году только по грибы ездили. Ну, за грибами, конечно, проще с ребятишками. Вот так вот. Сейчас Саша заправится, потом в магазин заедем. Цен, девочки, приехали. На, сыру взять. Мы здесь сыр берем всегда, здесь неплохой. И хлеб тоже, в общем, все неплохое у нас здесь. У нас хороший доброцент. Замечательный. Так что сейчас посмотрим, что мы тут купим. Что-то надо прикупить, все заканчивается. Саша чесночок решил взять. Да много-то не бери, возьми немножко. По какой он цене, кстати? 339. Нифига себе, чесночок-то. Ну так, немножко. Так, сивок даже здесь вот имеется. Не знаю цену. Посмотри, пожалуйста, Саша, цену. А здесь у нас... Так, яблоки по 139, вот грибочки. Короче, шампиньон. 179 всего? Да. Ну, он такой какой-то. Штутгартен, наверное, это, нет? Как он называется? Штутгартен. Штутгартен, я говорю, такой какой-то, потому что маленький. Так, морковки взять. Свеклы взять. Сегодня как-то пустовато, конечно. Там вот зелень в холодильнике сейчас возьмем. И сыр. Лучок зеленый. Лучок зеленый по цене. Вот такой, только-только принесли, свеженький, хорошенький лучок. Вот возьмем, наверное, две упаковочки, что ли. В общем, яйцо, майонез. Майонез возьми. Нет, не надо брать то, что не надо брать. Мы его не брали, мы не знаем. Как ребята берут, говорят, что... А, ну, у вас кто-то брал, значит. Для салатов и первых. Ну, я не люблю экспериментировать, не знаю. Ну, возьми. Давай, так, мне, тебе возьми. Давай. А я не ем майонез, там мне какая разница? Я же его не ем, мне, в принципе, все равно. Сметану посмотри, Саша. Я еще лучок выбираю, но... Тут укропчик тоже.
такой неплохой. Ну, у нас пока свой зеленый есть. Мясо имеется. Вон свежие только-только привезли. Яблочки, мандаринчики. А что-то нету цены так. Думаю, то ли взять, то ли нет. Хочешь мясо посмотреть? Вон, видишь, мясо какое. Вот они, мясо. Ну, слушай, цена-то 229 рублей. Мясо. Сыру еще взять. Пару лимончиков, груши. Ну, груши вот эти вот помягче, но тут еще не это. Не расфасовали. Там тоже везут вот капусту, севок. Много чего. Давай, проходи. Товару навезли, сейчас все расфасуют. Ну а что, у нас продуктовая корзина. Наша полная. Сейчас пойдем на кассу. Посмотрим, чего мы тут набрали. Дома покажу, девчонки. Так, конфеты. Родные просторы. Молодцы, молодцы, сушки взяли. Конфеты, родные просторы, арахис. Вафельная крошка такая. Ну, в общем, уже идет подготовка к весенним праздникам. Такие вот коробочки. Можно кому-нибудь сладкий подарочек. Так, марсианка 277 рублей. Что-то как-то дешево прям. Мне кажется, в фикс-прайсе дороже. Бонжур. 500 грамм. Конфетки. Ну, в общем, здесь есть такой выбор конфетный. Сейчас рассчитаемся, домой поедем. Все. Такие вот наборчики. Ну, а тут все неполезное. Всякие разные чипсики. Гренки какие-то. Наша покупка из Доброцена. Так, в общем, покажу сейчас, девочки, что купила. Не прошла мимо семян. Потом разложу, покажу, в общем, какие семена взяла. Так, вот такая мне ваза пришла. Забрала, в общем. Тоже заказала тюльпанчики силиконовые, чтобы подольше стояли и радовали глазик. Ну, в общем, придут они позже. Так, взяли, значит, в Доброцене мы хлеба взяли. Беру вот такой вот бородинский. Потом у нас вот такой дарницкий хлеб. Серый, булку белого. Так, селедочки взяла. Вот такую баночку с укропчиком. По 119 рублей вроде бы сельдь. Вот, в масле с укропом. Так, селедочка. Так, Саша взял 2 лимона. Пакет молока, сметана. Это наша продукция катайская. И она, девочки, кстати, в Доброцене у нас она не самая дешевая. Дешевле покупать сметану такую вот, в общем, в Магните. Ну, Магнит у нас на ремонте здесь ближайший. Так что мы, ну, уже не бегая по магазинам, взяли все в одном. Так что сметану берем такую. Так, печенье взял Саша. Вот такое какое-то обычное, песочное. Так, горох, девочки, в прошлый раз показывала. Горох такой вот доброе поле. Хорошо, в общем, разваривается. Взяла 3 пачки. Так, что у нас еще по баночкам? Такой вот буздякский краснодарский соус. Взяли кукуруза. Я ее брала, в общем, проверенная. Нормальная такая, неплохая. 2 баночки взяла. Горошек. Мимо горошка Ева никогда не может пройти. Всегда берет горошек, в общем, баночку. Горох. Хотя у нас стоит 1 в запасе, но мы едим его. Так, майонез. Майонез, девочки, Саша взял вот такой. Ну, в общем, они едят майонез. Я его ни в суп не добавляю. Суп я ем с перцем обычно. Салат делаю с маслом. Так что, в принципе, мне он не нужен. Но уже по привычке как-то обычно берем провансаль. Так, вот такую вот аджику баночку он взял. Так, я взяла свеклу немножко, повыбирала, потому что, в общем, не особо там свекла и морковь как бы.
Ну, у меня морковка ушла в этот раз на вафли. Вафли очень вкусные, морковные, с добавлением там грецких орехов, чернослива. Очень вкусные вафли. Так, взял чеснока немножко, тут вот буквально совсем чуть-чуть. Так, крышки. Придет время заготовок, и потихоньку я вот так вот беру, в общем, подкапливается. Потом надо будет много. И вот такие крышечки по 129 вроде цена. Но у меня, девчонки, сегодня целый чек такой. Вот такие крышки тоже взяла. Мало ли что новенькие, потому что я порой выбрасываю. Заготовки тоже открываем. Некоторые крышки уже приходят в негодность. Я их тоже сразу выбрасываю. Так, яйцо в красно-белом. Взял 3 упаковки. Сок детям брал такой. Так, сушки взял. Так, вот такую упаковку сосисок. В общем, 200 с чем-то, около 300 рублей вроде. Не знаю, 200 с чем-то. Так, что-то они там телефон не могут поделить, что ли. Так, сыр взяла в этот раз вот такой вот. 459,90 цена. А что он у нас? Дон Чезар какой-то. А я вроде по-шихонски смотрела. Не знаю, первый раз такой, кстати, беру. Так, вот такой я беру всегда. 679 рублей цена. Маздам. Мне он нравится. Хороший. Сыры. Кто-то написал, девочки, когда-то в светофоре, типа, такое, знаете, был такой комментарий, что якобы я выделываюсь, что-то я беру, допустим, да, а сыр Саша взял, когда я его, в общем, оговорила. Ну, потому что, девочки, тоже, смотря в каком магазине и где что брать. Да, мы берем в светофоре какие-то, допустим, продукты, но надо смотреть на упаковку, дату изготовления. Я те две пачки, когда он купил, две вот такие вот упаковочки сыра, в общем, мы их выбросили, потому что стоит он не сильно там дорого, но смысл его покупать, если он несъедобный. В светофоре сыр я не беру, а в Доброцене у нас хороший, всегда свежий сыр, нормальный. Так, лук зеленый я вам показывала, две штучки я вот так взяла. Лаваш тоже всегда хороший, прям такой гибкий, пластичный, можно делать шаурму. В общем, замечательно. Бывает, лаваш возьмешь, а он дубовый, либо рвется. Этот нормальный, мне понравился. Ну, вроде бы и все. И получилась у нас вот такая вот покупка. Так что сейчас буду убирать это все. Ну и уже вечер, надо ребятишек кормить. С вами, девочки, на этом попрощаюсь. Скажу вам всем огромное спасибо, что были с нами, смотрите нас. Огромное спасибо за комментарии. Всем огромное спасибо и пока-пока. До скорой встречи. Попрощалась, девочки, с вами. А, не показала семена. Совсем поторопилась, потому что меня там отвлекают голоса, звуки. Так, ну что, семена взяла, в общем, такие вот. Так, свекла. Вот такая вот столовая, 3 пакетика. Семена недорогие. Последний пакетик достался мне. Саша, ну что она там ревет, а? Компактный куст, в общем, сладкий, нежный горошек. Не знаю, в общем, посажу, мы его не садим, так-то его никто не ест. Ну, в общем, мало ли. А, не знаю, девочки, семена беру первый раз. Кто-то, может, брал такие семена? Напишите, пожалуйста. Так, вот такая вот морковь. 2 пакетика салата кучерявец грибовский. А, так, у нас здесь вот такой вот укроп. Вот такой пакетик по 7 рублей вроде бы. Этот, не знаю, этот по 10. И еще взяла, не знаю, что я взяла. Вот такой вот пакет взяла, в общем. Руккола дикая. В общем, не знаю, что это. Кладезь витаминов, йода. Ну, руккола, наверное. Так, ну, вот такие семена. Так, сейчас мы пройдемся по чеку. Так. Угу, сушки. Ну, вот лаваш, девочки, 35,90. Горох. Так, горох овощной. Это что я взяла? 10,90. Это семена. Вот как раз. Еще у нас тут свекла столовая 10,90. Так, салат вообще 7,90. Как раз вот, девочки. Так, укроп 4,20. Морковь 12,90. Руккола 4,20. В общем, такие неплохие цены, конечно, но не знаю. В прошлый раз показывала то, что я заказала на Озоне. Ну, допустим, если покупать у нас где-то в магазинах, не знаю, это надо идти в магазин, смотреть, искать. Здесь, конечно, вот мы зашли, я увидела привоз новый, потому что в прошлый раз вот этих семян я не увидела, не было. И
Очень удобно, конечно, да, девочки, но цены там кусаются на хорошие семена. Но я думаю, что хорошие семена, хорошая урожайность все-таки. Потому что дешевые семена возьмешь, и не всегда они сходят как надо. Так, ну что у нас еще тут? Руккола 4,20. Вот я уже так, подгузники взяли, упаковку. Сельдь 119. Ну, в общем, такие у нас, девочки, цены. Вот, видно. Так, сметана 124 рубля. Здесь наша катайская, она здесь подороже. Так что, кто, девочки, пишет про дешманские магазины, эти же самые продукты в других магазинах дешевле, дороже, плюс-минус. Надо смотреть, конечно, как сказать, визуально. Надо видеть и понимать, да, что ты берешь. Так что, каждый берет по своим возможностям, по своим доходам. Ну вот, и цена у нас, цена, в общем, общая стоимость продуктов вышла вот 3,535 даже. А я думала, 3 ровно. Вот, печенье домашнее 159,90. Это печенье такое, обычно простенькое. Так, горошек зеленый 96,90. Хороший горошек, мы его так едим. Дети любят, мало ли так добавить, салатик сделать. В общем, как-то так, девочки. Ну все. Теперь я точно с вами прощаюсь. Говорю вам всем огромное спасибо. И до скорых встреч. Всем пока-пока.